Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор, также тестирование. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Так, первая посылочка. Она ко мне пришла, к сожалению, уже открыта, так как курьер доставил совсем в другой город и другому человеку. Мне эта женщина позвонила и совестно мне вернула посылку. Вот так у нас работает почта. Короче, вот такое у нас сегодня вступление. И дальше буду с вами открывать и буду тестировать, что тут у меня пришло. А у вас такое было, что вашу посылку отправляли не тому человеку? Да, конечно, у меня такое впервые. Да, есть, что посылки не доходят. Может, также с такой ситуацией, кто знает. Вот, это мне пришли товары с магазина Борприти. Я немножко приболела, так что извините за мой голос. Как-то так. И будем смотреть, что тут мне пришло. Сейчас сразу с вами сделаем выкраску. Кто впервые на моем канале еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Вам не сложно, не приятно. Всем спасибо за поддержку. Так, вот тут у меня такой наборчик. Там есть разные наборы продавца. Вот такие под номером 05. Такие с блестяшками. Цвета. Так, что тут заявлено поближе? 15 грамм. Вместе будем открывать. Так, это их новиночки. И прислали мне на обзор. Так, номер 6, 54938. Номер серии. На сайте у них нужно ввести в поиске вот этот код 54938. И тогда сразу будет данный. Данная серия. Там есть разные цвета. Так, все нужно снять. Все хорошо упаковано. Борприти молодцы. Вообще у них хорошая, шикарная упаковка. И, конечно, качественная. Качественная продукция. Много новинок у них вышло. Можете посмотреть на сайте. Также заявлен номер сбоку, номер 6, фокус. И давайте сразу будем делать выкраску. Так, у меня белые перчатки, немножко фокус мой бушует. Так, пленка это. Это вот такой красивый гель-лак. Это кошка Blue. Так, мне нужно было взять темную подложку. Сейчас я возьму. Давайте выкрасим на светлый. Почему бы и нет? Посмотрим, как будет. Очень красивый оттенок. Такой лиловый, перламутровый. Ну, конечно, можно наносить как на белой подложке. Так, тут у меня нет. Сейчас возьму черную и накрашу. Так, нашла. Магнит взяла. Мы сейчас вместе промагнитим, так как блик любит убегать. И на черный. Наполнение. Наполнение по плечике. Вот что заявлено. Фокус. Так. И нанесем. Ну, мне также нравится на белой подложке, также красиво смотрится. Вот тут какое-то больше серебро видно. Слишком мало взяла типса, большая. Но главное, что типсу нашла, а то у меня уже типсы черные почти закончились. Нужно заказать. Так, и блик. Молодец, кошка быстро реагирует.
совсем по-другому. Две разные подложки и совсем по-другому смотрятся. Вот. Так их вместе и на просушку лампу. Пускай сушится и дальше будем открывать. Вот впереди у меня также магнит с их магазина. Так, следующие вот так упакована, еще как фантики. Значит, номер серии 52337, цвет под номером 5. Это у нас классический белый, 10 мл. Вот что заявлено. Белый он и есть белый. Дальше, следующий. Цвет, это одна и та же серия. Цвет под номером 1. Ну, это черный. Да. Откроем, посмотрим. Да, у нас эта распаковка. Открываю вместе с вами. Только сегодня посылку получила. Историю я вам рассказала, какая у меня история получилась. Так. Цвет под номером 1, это черный. Давайте его и выкрасим. Вот такой черный. Давайте на эту типсу пол черный, пол белый. Ну, он плотный. Консистенция у него такая маслянистая. Хорошая консистенция. Плотный черный цвет. Кисточка ровная. Запах есть, наполнение хорошее, полные. Так. 10 мл, объем хороший. Вообще в этих черных баночках качество гель-лаков просто отличное. Так, еще белый вместе выкрасим возле черного. Будет у нас такая черно-белая типса. Белый у нас получается цвет под номером 5, а черный цвет под номером 1. Там вообще у них большая палитра. Белый-белый, действительно белый. Вот так, снежно-белый, даже белее типса. Вообще думала его не выкрашивать, но... Может, кому-то надо посмотреть консистенцию. Консистенция такая, как сметана, не жидкая. Наполнение, да, тут мы можем видеть, полные-полные. На просушку. Пока сушится, еще взяла одну типсу. И цвет под номером 2, это красный. Фокус разных цветов. Также плотный. Вообще однослойники эти. Ну, конечно, к ним нужна мощная лампа. Девчонки, классический красный цвет. Вообще люблю красивые красные оттеночки, такой кроваво-красный. По наполнению, так, посмотрим, по наполнению полные, полные, полные. Дизайн также такой красивый, черный с золотом. И на просушку. Вот такие красивые гель-лаки у меня были на обзоре. Ссылки смотрите в описании под видео. Советую. И дальше я хочу следующую посылочку с вами посмотреть. Это мне пришли пластины. И вот такие наклейки. Давайте посмотрим пластины. Эти наклейки продавец мне положил в подарок. Магазин советую. Это магазин Упротего. Красивые синие такие. Нежная воздушная акварелька, как бы. И вот такие с надписями. Так. И вот такие пластины для стемпинга 352. Дальше следующие 469 геометрия. Очень красивые тоненькие линии. 332 леопард, 192, дальше 479,
вот такие линии 497, дальше 195, 400, красивая также пластина, все они идут на подложке, и вот эти две 195, 125, они подобные. Так, и сейчас мы с вами будем тестирование делать. Будем делать тестирование таким двойным штампиком. Сразу сюда, вот эти типсы. Еще вот эти, что просушила, хочу перекрыть вот таким топом от Major Digit и на просушку. И также эти цвета возьму для подложки, для стемпинга. Красивая кошка. Запах немножко есть в этом топе. Ну, хороший глянец. Объем также хороший. 12 мл. Там еще у них есть стайл топ. Major Digit. Ну, красивый красный. Действительно, такой алый-алый красный цвет. Красивый. И на просушку. Продолжаем стемпинг. Буду делать вот таким лаком от Beauty Big Bang. На этих подложках будет хорошо видно. Так, скребочек у меня от Beauty Big Bang. Так, и сейчас будем делать стемпинг. Так, вот такую пластинку под номером 430. Хочу вот эти листья и кофе взять. Beauty Big Bang качественные лаки для стемпинга. Также Bored Pretty хорошие. Может, я возьму Bored Pretty. Так. Вот, наверное, я возьму такое золото. Хочу сделать. Листья и кофе золотом хочу сделать. Это у меня очень старые лаки. Но в работе ничего им нет. Можно еще работать и работать. Так, нужно было поменьше нанести. Все хорошо отпечаталось. Вот тут хочу кофе сделать. Вот этот с кошкой будет вместе с листьями. Плюс лаков для стемпинга, что они быстро не сохнут. И можно немножко повозиться. Так, сейчас я покажу вам поближе. Очень красивая пластинка. И дизайн такой красивый получился. Вот. И кофе. Очень красиво. Пластинка под номером 430. Вообще, я люблю кофе. Вот такая. Просто у меня получилось. Так, дальше. Дальше я хочу сделать вам тестирование с пластиной под номером 192. Тут я уже без вас делала. Сейчас мы сделаем вот эти леопардовые принты. Наверное, хочу сделать и вот эту как бы змею. Также золотом сделаем. Гравировка просто отличная, нужно много лака, чтобы заполнить гравировку. Как видите, я много нанесла. И на второй рисунок у меня не хватило. Вот, просто шикарно перевелось. Так, сейчас я сделаю на вот эту такую как бы разноцветную типсу. Она слишком большая. Как-то так у меня получилось. Немножко тут не хватает, но пластинка рабочая. Так, куда ты пикаешь от меня? Вот такие дизайны у меня получились. Конечно, я выбрала очень большие широкие типсы.
Так, хочу сразу два сделать. Так, сейчас посмотрим. Вот, все просто супер замечательно перепечаталось. И на вот эту большую типсу, как бы кошка эффект, вот этот большой рисунок. Вот. Очень красиво, да? Мне нравится. Еще вот на эту кошку сделаем. Ну, тут типса поменьше. Вот так. Вообще принт животных популярный. Интересно так смотрится. Так, поближе. Посмотрите, какая это красота. Очень красиво. Да. Под номером 88 протестировать. Также давайте уже золотом. Интересная пластинка. Вот эти как бы шнурки. Можно даже на огромный ноготок сделать. Наращенный ноготочек. Хочу сделать их на вот красный цвете. Так, еще вот этот замочек хочу сделать на вот этом черно-белом. Также красивая пластинка, интересные рисунки. Так, вот такая у меня красота с пластинами JR получилась. Ссылку на магазин я вам оставлю в описании под видео. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок и всем вам до новых встреч. Всем пока-пока!